О, вот зараза, а. Вот максимум, я немножко четверть закручиваю. Оставляем пистолетик. Шипенько, то, что надо. Вау! 100 лет, 100 зим, о. О. В общем, привет. Давно не было. Очень много дел, лето, солнце. В общем, понимаете. Поэтому работы такие мелкие, особых таких не было. Ну, как бы, не было особо что снимать. И вечерками как-то мало дома находишься. Что, вот это вот надо убрать. Вот она. Вот зараза, а. В общем, так. Красим там переходики. Здесь были маленькие тычки, маленькие ямочки. Замена двери. Зараза. Ладно, я сейчас выключу свет в камере. Там включу свет, открою дверь, она должна вылететь. Подключимся уже, когда разберусь с этим, короче. Ну, вроде бы выгнал. Не знаю, или у меня летние галюны, короче, уже, но показалось, что еще вторая летала. Ну, ладно. По ходу дела будем смотреть. Здесь вот на максимум у меня, вот максимум, я немножко, буквально четверть закручиваю, потому что влажность очень высокая, краска очень сильно растекаться будет, поэтому прикручиваю немного. Переходим на ту сторону, красочки долью я.
Так, все, готово. Там внутри я уже, ну, не снимал. Начинает подсыхать уже по верхам. Влажность высокая, немножко краска будет дольше сохнуть. Поэтому я подачу немного и убрал, так как краска слишком сильно увлажняется при такой влажности. Все, в общем-то, сушим, будем лачить. Так, друзья, все высохло. Доставляем пистолетик. Здесь максимум. Курок не так, до конца. Это максимум у нас, вот. Все, упор, максимум. Здесь также максимум. В данном случае, то есть я буду улачить 1, 2, ну, 2,5. Здесь 1,5. Почему? Потому что шагренька здесь такая не слишком высокая. Чуть-чуть раз такая пониже, но красивенькая такая шагренька. Ну и не совсем до конца разлита. Ну и не такая выраженная. Ладно, погнали. Я не могу объяснить, потому что каждый считает по-своему, как-то называет ее по-разному. Поэтому сложно это объяснить, как она выглядит. Погнали.
полноценный тонкий слой. Что, погнали, второй слой. Наставки все те же, просто пистолет немножко, немножечко дальше будем держать.
здесь порог немножко ремонтировался, то есть здесь было вмятинка, немного отстучали, ну то есть оттянули. И вот так примерно грунтовал за гравитексом до этого места. Ну вот, собралось все. Соседние деталечки полирнулись. По цвету все отлично. Бампера, как всегда, они отличаются немного. То есть нам главное со стоечкой совпадает и с капотом. Все красиво. Солнце спряталось, блин. Красота. Сейчас я паузу кину, пускай солнце. Ай, тут уже надолго. Или может в цеху заехать, показать вам. Если будет место свободно, то есть покажу в цеху. Давай заеду, пусто. Даю паузу. Ну вот. Смотрим здесь. Все красиво. Бампер темнее он. Он и с крылом темнее. Бампера не красились, ни один, ни второй. Все. Всем пока.